29 октября исполнилось 100 лет уникальному в мировой истории движению «Объединению молодежи», готовой по первому зову страны подняться на любые свершения. Бывших комсомольцев не бывает. Возраст в паспорте всего лишь цифры. Для тех северян, кто по-прежнему молод душой и также пламенно любит жизнь, в Кировском дворце культуры состоялся концерт вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Полный зал гостей. Тех, кто всю жизнь служил Родине и делал для нее все возможное. За это мы благодарны им по сей день. Комсомольцы построили и сделали очень много для нашей большой прекрасной страны. И особенно это ощутимо здесь, на крайнем севере. Была собрана лучшая молодежь со всей страны. Специалисты разных профессий. Все они приехали к нам на север. Молодые, задорные, с интересом, с творчеством, с талантом. Строили наше производство, запускали в работу комбинат «Апатит», строили наши два города. Кировские «Апатиты» во многом обязаны своим процветанием именно им, молодым энтузиастам, строителям будущего. Администрация обоих городов совместно с кировским филиалом АО «Апатит» организовали праздничный вечер для ветеранов труда, активистов комсомольского движения. Выступление ансамбля «Синяя птица» стало главным подарком гостям. На торжественный вечер пришли те, кто имеет другие предпочтения в музыке, но комсомол по-прежнему объединяет всех. Ну, праздник же наш. Я комсомолец с 54-го года, так уж, наверное, и с этими годами связаны самые, наверное, лучшие и светлые воспоминания, потому что это было здорово. Полтора часа песен, которым под конец подпевал весь зал. Полтора часа путешествия во времени туда, в незабвенную юность. Вы знаете, очень хорошо. Это праздник для всех. Это наша жизнь, наша молодость. Ну и продолжается все. Молодцы, хорошо, спасибо всем. Прекрасный. Такая ностальгия по молодости. Это очень здорово. Мне очень понравилось. Концерт, конечно, все знакомы вроде песни. Чтобы знать, чтобы знать. Но замечательно, зажигательно, очень нравится. Это «Синяя птица» вообще замечательный ансамбль называется, да, группа. Концерт превосходный, замечательный. Старые песни все наших годов. С теплотой в сердце и отличным настроением комсомольцы уходили с праздника, вновь ощущая себя молодыми, дружными и неизменно нужными своей родине.